при лечении аденотонзиллита и профилактике вирусных респираторных инфекций ОРВИ мы используем профилактические наборы Healthy Tonsils. Для одной процедуры вам понадобится один из 15 наборов. Спиртовая салфетка и настойка люголя с глицерином. Достаньте из запечатанного конверта заполненный фитобальзамом шприц. Снимите с носика колпачок и протрите носик шприца спиртовой салфеткой. Достаньте из конверта канюлю и плотно оденьте ее на шприц. Введите бальзам в канюлю и после этого вводите фитобальзам во все доступные лакунарные каналы миндалин. После введения бальзама остаток бальзама из канюли втяните обратно в шприц. Шприц отложите. Достаньте из конверта зонт-массажер и хорошенько смочите его люголем глицерином. Обработайте поверхность миндалин. Введите зонт в носоглотку и обработайте глоточную миндалину. Очистите ребенку нос от слизи. Возьмите отложенный шприц с остатками бальзама. Введите по 0,5 мл бальзама в каждую ноздрю ребенка. Закройте носовые ходы ватными тампонами на 10-15 минут. После процедуры необходимо воздержаться от приема пищи в течение 2 часов.